Мне уже Молодцовы поставили в пару. Сюда. Зайдя девчонки на ресепшене, говорит, ваши противники воду взяли, вот вам вода с Молодцовым. Во-первых, мои противники, это моя партнерша, это какая-то во-первых. Потому что мой противник сидит на один на горшке, а вторая еще едет. Спасибо. Ну так смешно было. Ваши противники взяли, я говорю, так, секунду. Как это, кто это прошел мимо? Главное, чтобы с Молодцовой именно что расстались. Я из раздевалки, она в туалет. Я думаю, как это она интересно прошла. Я говорю, девчонки, не путайте меня. Да, я вчера на тренировке проиграла. Да? А не договорилась. Ветром. Хороший прием подачи там его удара. Вот, сетки. Вот, смеялась до слез. Выходишь в сетку. Вот мяч летит просто на ракету, потом так траекторию и меняет из-за ветра. Пойду-ка я еще потренируюсь. Так, ну что, разомнемся? А, так, стоп, побегать надо еще. Какой-то детский турнир идет? Так, пардонте, не детский, а чемпионат по футболу. Да, и детский он такой. Ну, для нас это детский. Я не знаю, как эту девочку правильно зовут, она тут все первые места берет. Нори, Мнари, как-то так, имя так, такое, я его необычное. Не помню. Я в них не ориентируюсь. Я просто ее всегда на фотках видела, я сейчас не рядом постояла. Но я так между Сиськой и Италией нахожусь у нее. А я помню, что она маленькая была. Какая я старая. Имеет свой поросильник. Доброе утро. Мячи взяли? Да. Чем нам мячи? Да. Снимайте, снимайте. Еще пока не взяли. Я тоже штаны надела. А это все ли? Да. Здесь турнир. Здесь турнир.
А вы отыграли, да? Да. Сейчас я быстро разыграю. Нет, ничего. Я ускорюсь.
минутку, да. Хорошо, слушайте, ну, да, сейчас пока не могу на завтра, мы тут просто чемпионат города играем, кто будет расписание на завтра, вот это вот непонятно. Хорошо? Ага. Ну все, созванивайте, спасибо. Я иду.
молодежи. И все эти ветераны. А, да. Ты гостей ждала. Ага, да. Да, вот именно, что да. Ну, он некрасивое интервью дал, что типа, ну, попал я в Надали, что типа, у нее там миллионы, кубки потерпит. Ну, некрасиво. Так, ну, сейчас все голые, да? Ну, ладно, это уже... Ну, это уже... Поэтому и ты не раздевайся. Да, да, да. Ну, как-то мне это... Жарко! Фу, холодно! Я тут не жарко. А я еще не поняла.
Yeah.
девочка. Моя,
барак. Да мы потерпим. Да. Такая красота идет. Не замерзли. Пойдем. Потому что у меня кофта есть. Да, они не помогают. Я сейчас кофта считаю. Ну там тепленько.
свежем воздухе воздуха больше или меньше? Больше. Значит, 50 дальше, 4 века становится физикой хреново. Не видно. Да? Он не будет так, короче. А то ты не знаешь, что ты делаешь. Да, да. Нет, из-за того, что он хорошо пробил, это было вообще нереально взять. Ну, смотри, попало, поэтому... Нет. Ну, так что, прочувствовал меня. Было красиво.
положение. Просто... Хорошо. Ну, лучше согласиться. Хорошо. Все, иди теперь навсегда.
нему. Конечно. Сколько счет? 6-4.
Я на ровно, я на ровно. Надо что-то.
портфель, да и плохо, вытирайте, вытирайте, потом вытирайте, все на сюда, пойди купи! Оля, слушай, да, ты чего, стирать не будешь? Сидю, хоть Когда мысли, что
лучше.
Спасибо. Так, я подмету сама. Я говорю, поскакала. Да, играй в профиками лучше. Что там, чего тут? Нет.
Нет, он подачи. А так как мне концентрироваться на подаче особо не приходится. Открою военную тайну. Это я делала в Бонтайне. Но у тебя получилась одна, хорошо. Две, ладно. Никогда не получается. Вообще Привет! Без очков, которые, да? Ну, вам тут это порядок навели. Да, тут камеры. Нам уже позвонили, сказали, что трансляция прямая, так что передавайте там приветы. Надо красиво играть, да? Да. Привет и передавайте. Играть некрасиво, но раньше всего камеры идут. Играть как можно, а улыбаться как надо. Как надо, да. Да, сегодня ничего, вчера вечером было такое. Реально, летит мяч и траекторию движения может поменять несколько раз. Вчера играли? Да, вечером. Да. Вообще, это была не игра, это было так, прилетит, а если прилетит, то куда? А если куда, то вообще?